кітаптар жазабыз. Алар изек, жиңіп койсунлар, өздері сол сәлемет болсунлар. Нурсель Салахов первым делом решил написать письмо, только после он перейдет к этапу рисования. Мальчик пока не придумал, какая патриотическая иллюстрация будет изображена на треугольно сложенном листе. Я рисую флаг России, потом рисую танк, вечный огонь, ну и солдаты. Но и на этом уроке патриотизма не ограничиваются. Дети, разбившись на команды, создают уникальные стенгазеты для наших военнослужащих. Название каждой продумывается всеми членами команды очень тщательно. Ведь оно не для отчетности, а для поднятия воинского духа. Здоровье. Чтобы быстрее возвращались с тобой. Часто пишешь письма? Да. В образовательном учреждении патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. Каждый класс Нижнесунской школы старается внести свой вклад в помощь нашим солдатам. Каждое свободное от работы время мы делаем окопные свечи. А также в неделю хотя бы один раз остаемся после уроков и готовим чак-чак. Опыт передачи написанных писем образовательного учреждения отточен с прошлого года. Они передаются через известного в районе мецената, осуществляющего доставку гуманитарных грузов в зону СВО Фанеля Гиззатуллина. Гульнара Гильмуллина, Алмаз Камалиев, Лизуан Нургалиева. Новости Татарстана.